И, конечно же, мы поговорим о Рафе. Интервью затянется. Я решил тебя проверить, насколько ты любишь Рафу, насколько ты о нем что-то знаешь. Я сейчас буду говорить некоторые факты о нем, либо о другом теннисисте. Сейчас я все забуду. Все, что знаю. Значит, ты не фанатка Рафы. Этот теннисист правша, но играет левой рукой. Рафа. Это Рафа, да. Правильно. Ну, это было легко. Любит бокс, но ни разу никого не ударил в лицо. Я думаю, нет. Это не Раф. Раф кого-нибудь-то ушатал точно. Да, я думаю, да. Ну, и он плюс он футбол любит. Я знаю даже, за кого он болеет. Я думаю, вопрос такой будет. Такого не будет, но мне интересно, что ты ответишь. Я промолчу. Потому что ты фанатка Барселоны, а Рафа болеет за Реал Мадрид. Он же враг. Я на него когда смотрю, я забываю об этом. Про бокс это Марей. Его фамилия с каталонского переводится как Рождество. Это надо у Светы спросить, Кузнецовой. Давай просто подумаем. А можно звонок другу? Ну, будем считать, что ты проиграла. Ну, давай, дай мне урок испанского. А, это был Надаль. Надаль, да? Да. О, мне Света звонит. Светик, почему ты мне не ответила 5 минут назад? Что случилось-то? Меня тут пытают на Евроспорте, значит, как переводится фамилия Надаля. Ну, что ты перевела? Я профукала попытку, и теперь я... Какого там я звания лишилась? Суперкрутан. Я теперь не суперкрутан, Свет. Ну, ничего страшного. Ну и, естественно, скоро у него день рождения. Ты можешь его поздравить сейчас в эфире Евроспорта. Рафочка, поздравляю тебя с днем рождения. Ты с детства вдохновляешь меня на самые лучшие поступки. И все, что я хочу тебе пожелать, это выиграть свой 10-й Ролан-Гарос. Вот, порадовать меня, мою семью. Они за тебя тоже очень болеют. Удачи.